Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, у нас сегодня воскресенье. Остался буквально один денечек, и нам нужно с тобой попадать в лигу. В лигу мастеров 3 звезды. А я в данный момент нахожусь в лиге сюгунов 2 звезды. Дело плохо. Очень плохо, потому что... Успею ли я? Вот вопрос в чем. Я, конечно, постараюсь, денег ноль практически. Блин, как тут выкрутиться-то, я даже и не знаю, если честно. Блин, если бы хотя бы была бы Лига Мастеров одна звезда, а тут Лига Сёгунов две звезды. Ну ладно, три звезды, грубо говоря. Меня такой расклад не устраивает. Ну а сколько нам нужно получать? И обязательно именно 75 штук. Нам меньше нельзя, ребят, иначе мы не получим с вами платинового бойца. Это придется нам еще целую неделю тосковать. А я не хочу. Я хочу радоваться. Так, я, наверное, возьму Леонардо здесь. И... Раз, два, три, четыре. Ну, Лео справится, я думаю, 61 уровень, 58. Ему не должно быть проблематично их с вертушки-то всех нащелкать. Ах ты, Донни, смотри. Донателло, ты остался жив. Значит, Лео не такой и супер-пупер мощный, можно так сказать. Раз он с шестидесятников не может завалить. Так, 91-я позиция. Так, да что такое-то? Что такое, а? Першит горло. Так, я возьму, наверное, здесь Лапекс. И... Ну, я, ребята, здесь не буду уже, как говорится, там, на равных, не на равных. У меня должна была быть, ребята, серия по этой, которую я снимал днем. Но прикол в том, что я забыл включить звук. Я не помню, какую-то игру записывал. Там шли титры, и я отключил микрофон. Именно на муты. Ну, короче, на беззвучку. Стал записывать черепашки и смотрю на ОБС-ку. А у меня полоска, где аукс мик, она не дергается. Я смотрю на микрофон, блин, у меня желтенький горит, то есть микрофон отключен. Думаю, ну ё-моё. Думаю, ну ладно, вечером сяду поиграть. Ну вот, сел, называется, вечером в 2 часа, ну уже почти без 15:03 ночи сел поиграть. Вечером, это у меня вечер называется. Все опять через одно место, как говорится. Но тем не менее, сейчас поиграем, и я думаю, что завтра днем я где-то проснусь, наверное, в часика 3. Еще поиграю, потому что после черепашек у меня надо поиграть в этот мне. В Дракона Всадники Олуха. Мы там с тобой события не допрошли. Не допрошли, поэтому нужно будет его добить. Так, я что-то не внюхал. А что за фигня такая? Так, ладно, перекусил. У нас с тобой слабые бойцы. Сейчас начнется тут разгром, погром. Так, ну-ка давай, Лео. А если так? Да ладно, вообще ничего не берет их. Ё-моё. Так, ребят, держитесь. Махман, наверное, нам надо вот этого в первую очередь бомбануть, потому что у этого, как говорится, энергии еще не очень много. Так, на атаку усилимся. На атаку усилились. Давай клан Фута бросим. Точнее, футовца. Клан Фут. Не взяли. Да что ты будешь делать-то, а если так? Есть. Крип. Да, крип затащил. Вытянул, так сказать, из него душу всю. Ну что же, на какую позицию мы попадаем с тобой? На 68-ю. То есть, грубо говоря, мы перепрыгиваем опять же все те же 10 стандартных ступенек. Все те же 10 стандартных ступенек. Если я возьму одного Донателло и Зека. Они два персонажа сотого уровня. И, в принципе, я надеюсь, что никаких проблем... С битьем не возникнет у нас. Так, ну а теперь Донни. Ну, почти идеально получилось, ребята. За исключением, что вот этот вот кабан все никак не угомонится. Ну что же, окей. Поехали дальше. Так, какая у нас будет? 56-я. Ну тут мы пролетели 12 ступенек, нормально, ребят. Так, нет, давай-ка мне 16-22. Че ты мне даешь опять 16-21? С какого перепуга ты опять мне вот тут начинаешь вот это все подтасовывать? Так, здесь возьму, наверное...
А давай супер шредера возьмем. Супер шредера. Раз, два, три, четыре. Блин, ну тут видишь, в чем проблема. У нас 56-х очень много еще, а они уже 66 уровень. Поэтому тут их надо очень быстро уничтожать. Так, вдвоем стали. Здесь постепенный урон. А ну-ка. Ты серьезно? Да ладно, блин. Да ну и вы издеваетесь, что ли? Ты видел? Ребята, он 67 уровня, мы 56-го. Бог с ним, разница 12 уровней, но мы даже попасть по нему не можем. О чем тут вообще можно говорить? Какая справедливость к чертовой бабушке? Какое на равных играть? Пускай даже и не думает об этом. Я не буду с ними играть на равных. Я буду их молотить всеми, блин, возможными и невозможными способами. Нифига себе, блин. Просто не могли попасть ни по одному. Так, Рафаэль и Рафаэль. Два Рафаэля. Оба имеют массовые атаки. Оба сотого уровня. Шанс на победу, ну, практически 99,8%. Сейчас глянем. Так, бросаем вначале черепки. И бросаем с тобой недовольство наше, гнев. Все, я же тебе говорил, процентовка большая. Иногда они могут, ребята, промазать. Я не знаю, с чем это связано, но вот просто промахивается и все. Ничего ты с этим не сделаешь. 34 место. 34 место. Так, у нас... Что, я не понял, какие 15-20? Давайте мне дурочку тут не врубайте. Мне 16-22 надо. Так, я возьму здесь, наверное, одного Армагона. Ну, он справится, он должен справиться, ребят. Он вплоть до 70-го уровня. Вот он до 70-го уровня справляется. Маузеры наши где-то до 72-го. То есть маузеры, мне кажется, как бы будут посильнее в атаке. Так, кстати, друзья, я не знаю, какая выйдет быстрее серия, по черепашкам или по бравлу. Бравл не рекомендую смотреть, потому что опять ругань. Я уже сколько раз зарекался сидеть, не ругаться, не материться, но меня не получается, ребята. Меня просто вымораживает поведение не то, что даже противников, а поведение моих компаньонов, как, так скажем, которые со мной играют. Просто не могу, меня там... И не то, что я специально ругаюсь, ребят, нет, так получается, на эмоциях, просто на эмоциях. Я, конечно, все понимаю, но раньше я не был таким, как бы тебе сказать, не то что импульсивным, вот так вот я все не воспринимал близко к сердцу. Но тут прям вот именно эта игра, почему я в свое время ее забросил? Потому что она меня расшатала в корень. Расшатала меня в корень, что я там, ну, вы видели, у меня канал-то, в принципе, для детей, там не предназначен ругание, вот это все. Вот только в этой игре. И еще у меня в игре было в какой? Это Shadow Fight 2. Ты помнишь, да? Ну там вообще пердак горел по-черному. Там просто трэш, жесть какая-то была. Особенно когда я дрался с последним, с Титаном. Там вообще. Ну и то, ребята, там редко выпрыгивал у меня мат. А вот в Бравл Старсе это просто жесть. Причем прекрасно понимаю, что сам тупорылю порой, да не то, что порой, практически постоянно там тупорылю, и все равно не могу угомониться. Все виноваты, кроме меня, все. Это свойственно, ребята, людям, так, вы знаешь. Все, кроме тебя. Так, ребят, наконец-то мы пришли с вами в Лигу Мастеров «Одна звезда». Если мы доберемся сегодня до двух звездочек, это уже будет, скажем так, прогресс. Почему? Ну, потому что нам... Днем надо будет всего лишь добить два ранга. Это тяжело, кстати. Мы можем с тобой вот всю команду, если мы потратим, грубо говоря, да, всю команду, мы с тобой именно на лиге, именно на лиге мастеров можем даже и, может даже и не хватить этих самых персонажей и энергии. Так что тут как бы бабуля надвое сказала. Поэтому нам нужно с тобой как-то умудриться попасть, ну, пускай даже не в Лигу Мастеров 2 звезды, хотя бы около
двух звезд. Где-то 50-70 позиция. Это меня вполне устроит. Так, берем Донни. Берем, наверное, здесь Крэнга. Раз, два, три. Донни, Крэнг. А у меня там из бойцов кто остался-то? У меня хай-левелов-то больше не осталось. Ну, только эти кролики. И получается, что все. Так, у них хилов нет? По-моему, нет, ребят. Но я думаю, что Крэнг уж сможет их добить. А то он и Крэнг. Прекрасно, идеально. Двигаемся дальше. А, 75-я позиция. Блин, да что такое-то? Что-то, ребята, горло першит. Сопли текут. Простыл, что ли? Я не пойму, блин. Что опять происходит, а? С моим организмом. Я не знаю. Блин, так этот отпуск, ребята, расслабляет, если честно. Блин, вот вообще. Иногда даже вот не хочется за компьютер сидеть. Просто хочется лежать, что-то смотреть. ТикТок, там, я не знаю, там. Шорцы, все что угодно, блин. Только не за компьютер. А тут еще, кстати, Outlanders. Помнит кто-нибудь игру? Outlanders и проходила стратегия там на своем втором канале. Сегодня решил поиграть в нее. Первый час и убил на то, чтобы вспомнить, что, к чему и почему. И еще час убил, ну, потому что, ребята, я не справляюсь с заданием. Прикинь, я не справляюсь с заданием. То есть у меня там есть задание, да? Ну, в той игре, как ты помнишь, мы путешествуем с тобой как бы по миру разными персонажами. У каждого персонажа определенные там миссии. Сейчас мы играем за Оллое, которой исполнилось 20 лет. Она стала вождем, скажем так, определенного племени, да? И решила она путешествовать. Приплыла она на один, так скажем, или приплыла, или пришла в один городок захудалый. Ни деревьев не растет, ничего нету, никаких ресурсов. Тебе дают три континента, три клочка земли. Развивайся как хочешь. Ты должен, и ты должен, как всегда, снабдить все свои. Мало того, что ты должен поселение до 60 человек развить, так ты еще должен их снабдить едой. Ох, как меня там подгорало. Я прям не знаю, там надо, я не знаю, по таймингам нужно, блин, играть там. Ну, что-то типа того. Потому что тут не успеваешь, там не успеваешь, здесь время кончает. Там же еще определенное количество времени дается, да, там. Во всех заданиях по-разному. Мне дали 60 там, или 70 дней. За 70 дней, как говорится, все это сделай. Сложно, ребята, очень сложно. Но, тем не менее, я все равно, ребята, попробую ее добить. Не то, что даже добить. Ой, по-моему, ребята, нам сейчас тут кранты. Дело в том, что на нее вышло два обновления. И эти все обновления, ребята, я уже прикупил. То есть мы будем их проходить. В каждом обновлении, по-моему, по 10 или 15 историй. Слушай, я, по-моему, тут лопухнулся, если честно. Я... Ну-ка, давай вот так вот. Последняя попытка моя. Ой! Я не то сделал, блин, я хотел совсем... Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас у нас накажут, ребята. Сейчас вот этот Лео нас накажет. Если мы его, конечно, быстрее не накажем. Или кто-нибудь... Ну, кто-нибудь, ребята, добьет все-таки Змеюка Рай. Она допрыгается у нас. Промахнулся, слава богу. У кого? Вот, у этого. Так, инициатива. Теперь, вот сможет ли он добить его, а? Давай вот этот вот запах изо рта. Да ну нафиг. Да как так запах изо рта даже не берет? Так, этого в стан загнали. Пробей, пожалуйста. Есть, по пониженной защите. Нормально прошло. Блин. Ну а так если... Да ты издеваешься. Да ну нафиг, да... Ну, друзья, ну вот это что называется? Вот это... Это, конечно, пипец, я тебе скажу. Ну, ты только что видел. Ты только что видел, что происходило. Ну, как это может быть? Да, ребята. Ладно, я буду тогда тоже жестить, как они. Офигенно, конечно, я тебе скажу. У нас бойцы уже закончились. Что тут?
уже. Заказал себе, ребята, капучинку. И знаешь, что еще заказал? Ну, я это, правда, не себе, на день рождения. Девушка попросила подарить контейнер с подогревом. Контейнер заказал. А себе капучино 400-граммовая банка. Я уже брал его раньше с карамелью. Блин, какая же там нежная пенка, ребят, если вы только знали. По-моему, финская капучино это. Могу, конечно, ошибиться, но, по-моему, финская. Обалденная. Вот, я его давно когда-то брал. Потом, оно у меня очень быстро закончится, так как оно очень вкусное. И тут я что-то решил, думаю, ну в отпуске можно себе позволить капучино-то взять. Вот, капучино, ну и стевию. Так что пока все отлично. Так, ну что, давай тогда, наверное, бомбанем. Слушай, ну 50-е место, может быть, и будет у нас здесь, да? Прогресс, конечно, очень фиговенько идет. А, у нас уже 32-й. Че это? Я думал, 50-й. Я уже даже... 23-я позиция. Нормально, ребята. Это нормально. Достижение. Не все то хром, что блестит. Победите кром дома 500 раз. Только сейчас я сделал кром дома этого. А почему заданий нету? Это я еще... Это я, ребята, играл в 8 часов утра. 8 часов утра. Когда я говорил, что не записалось. И до сих пор не откатилось задание. Вы серьезно? Вы серьезно? Ладно. Здесь я, ребята, уже прошел немножко. Снаряжение, хитрость получили. Мне нужно... Ну, ты сам знаешь прекрасно, что мне нужно. Мне нужно эксперт снаряжение получить. Есть. Есть, ребят, я все-таки вырвал. Ну, а дальше не получится, потому что всего 4 сыра, и, естественно, этого нам не хватит. Так, дальше у нас 26 тысяч мутагена. Хватит ли? Блин, нужно 29. Нам не хватит, ребята. Тогда нам придется сделать немножко по-другому. А хотя зачем? Нам же там нет задания, да? Нет задания. Мы можем, чтобы только единственное найти 4 катушки с пленкой. Это уже чисто для себя, ребят. Так, 4 катушки с пленкой. Уже 2 найдено. Так, 3 и 4. Так, 4 катушки мы нашли. И 12 вот этих номеров автомобильных. Так, 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Хорошо, идем. 12. Ребят, 12. Ой, номер. Да, 12 номеров нашли. Мы можем прокачать до 5 ступени. Так, это же у нас, насколько я помню, провокация, да? Это же провокация. Так, Донни помещает между собой и врагом образ тигриного когтя, отпрыгивает назад и разрубает его пополам топором. Оскорбляет всех врагов на 2 хода. У 85 союзников появляется критический удар в плюс. А я вот не знал, что это еще критический удар появляется. Я думал, что он просто берет провокацию. А вот еще он какой имеет стат. Нормально. Ну, друзья, вроде бы больше по... Вы издеваетесь? Ну ведь не было же заданий, ребят. Ну я же заходил. Не было заданий, блин. Теперь они появились, когда у меня ничего не осталось. Ни пиццы, ни сыра, ничего. Пс, зашибись. Молодцы. Красавчики просто. Ну как они меня порадовали сейчас, а? Вы... У меня нет слов, ребят. У меня нет слов. Вот на это все, что они сейчас сделали. Я заходил, нету, и оно вдруг появилось, когда я все сделал, что надо. Так, ну что, давай, наверное, сделаем звездочки ниндзя. Плюс бомбочку закинем. Так, ушатаем. Ты серьезно, даже ничего не сделал ему особого. Прекрасно. Ну, хотя бы это задание выполнили.
хотя бы. То есть открыть колоду, блин, а мы с тобой уже ее открыли, пипец. А что я переживаю? У нас же это сохранится, задание до завтра. Да, сохранится, так что завтра мы его тогда и сделаем, доделаем. 37, ребят, телепорт встал, 48 откатов, $522. Вообще ничто. Слабощье, так скажем. Так, друзья, ну что, давайте тогда на сегодня закончим. Завтра обязательно увидимся. Завтра мы должны с вами попасть в Лигу Мастеров 3 звезды и уже ждать понедельника на прокачку персонажа. Так что у вас еще есть время, ребят, проголосовать за любимого персонажа, за вашего. Вот, склоняюсь я к мутагеноиду лично. Возможно, еще склоняюсь к Кроквеллу. Вот, если взять блокнотик мой. Блин, а где он у меня? Вот блокнотик, я ваши голоса здесь записывал. И что там у нас получается? У нас получается за Рафаэль фильм, за Рокстеди. Рокстеди мультик. Я так и не понял, что за Рокстеди мультик. И Роквелл. Роквелл. Пока вот такие вот персонажи как бы фигурируют. Ну, я имею в виду преимущество. Так что вы, друзья мои, пишите обязательно в комментариях. До понедельника. Я думаю, что завтра я выложу. Точнее, уже сегодня, в воскресенье. И у вас будет время проголосовать. Ну, а на сегодня мы тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.